Новосибирском приключенческом центре состоялись первые в этом году традиционные соревнования GoPro Uphill Snowdrag 2017, которые собрали автолюбителей и поклонников автоспорта со многих краев страны. Задачей участников был скоростной подъем по снежному склону на своем железном коне. По условиям соревнований дистанцию в 100 метров могли преодолеть полноприводные автомобили или снегоходы. Здесь каждый смог проверить не только свои навыки вождения и побороться за главный приз, но и проверить возможности своего автомобиля. Адреналин и азарт, рев моторов и борьба за место на пьедестале. По итогам финальных заездов в тройке лидеров оказались Сим Вознесенский на Subaru Impreza WRX STI. Второе место Яне Квееву, управлявший Audi A5. Третье место занял Янар Деде на Mitsubishi Lancer Evo 9. В категории снегоходов победу одержал Йонатан Сумеро. Второе место Йозеп Каскема и третье место досталось Риху Пейльману.